В России заработала интерактивная карта ковид-ограничений. Совместный проект автономных некоммерческих организаций «Диалог» и «Национальный приоритет» реализован на сайте stopcoronavirus.rf. За еженедельное обновление информации отвечают центры управления регионами. На карте указаны правила работы общепита, торговых центров, получения госуслуг, работы транспорта и другие региональные нормы. Так, по состоянию на 3 августа в Коми действует масочно-перчаточный режим. Запрет на массовые мероприятия в ночное время. Введены меры по режиму самоизоляции для вернувшихся из другого региона страны, из-за границы и проживающих совместно. Введена обязательная вакцинация для госслужащих, сотрудников сфер оказания услуг, образования, здравоохранения, транспорта, туризма, гостиничного бизнеса, культуры и спорта. Также на сайте ежедневно обновляется статистика по ковиду. За прошедшие сутки в Коми 278 случаев заражения коронавирусом, 123 человека выздоровело, 11 скончалось.